Нет, вы сделали это. Что я просил вас не делать? Ага. Привет, ребятки, с вами Виктор. И сегодня я решил поиграть в игру, которая называется очень длинно, но все-таки требует произнести свое полное название. Доктор Лангесков. The Tiger and the Terribly Cursed Emerald. A Whirlwind Haste. Что переводится как Доктор Лангесков, Тигр, какой-то определенный, потому что The, офигительно проклятый изумруд. В общем, какое-то стремительное ограбление. Ну, Whirlwind, я не знаю, как нормально перевести с ограблением. Whirlwind вообще это вертушка такая, знаете, воины делают в Диабле. Ну, что-то типа такого. Игра совершенно бесплатна в Стиме, может любой пойти скачать, посмотреть, поиграть. Так что, поехали. О! Ух ты, менюшка. Так, ладно, две минуты, у нас две минуты. Вступительные команды, гляньте, что там с оркестром, пожалуйста. А, я за сценой где-то, наверное, да? У нас на авансцене не работает фонарь, можно кого-нибудь туда отправить, да побыстрее. Ладно, ждем ответа от пиротехников. У нас кто-нибудь остался в погодном отделе? Нет? Они тоже ушли. Ну ладно, окей, нет проблем. Минута. Всем ни пуха ни пера, по местам. Так, что я могу делать? Выступление номер 237. Начинаем через 3, 2, 1. Я пошел смотреть. Let's go. Выйти. Секунду, пожалуйста, забрите. Кто-то за дверью. Я понимаю. Ладно, секунду. Мы можем узнать точное местоположение игрока? Что, их двое? Так, ладно. Привет. В общем, тут так немного неловко вышло. Думаю, даже лучше. Мы должны быть честны друг с другом. Это немного неудобно. Дело в том, что та игра, которую вы скачали, да, сейчас в нее уже кто-то играет, так что вам нельзя. Ну, вам пока нельзя поиграть. Мне очень жаль. Да, это довольно неловко вышло. Я не знаю, почему так вечно происходит. Вообще-то обычно мы... О, лучше зайдите внутрь. Вот сюда. Что значит в нее уже? Здесь вполне безопасно. То есть в основном почти безопасно. Просто зайдите, да, пройдите внутрь. Так, ну погодите, если это игра от разработчиков Stanley Parable... Окей. Ладно, можете подождать там. Просто в фойе, куда уютнее, знаете ли. Да-да-да-да-да. Сейчас он будет меня уговаривать туда пойти, а на самом деле мне не надо туда идти, да? На самом деле мне надо пойти сюда. О, не-не-не, только не сюда. Там сейчас идет игра. Я обещаю, что вы тоже поиграете. Но мне бы очень пригодилась ваша помощь. Пойдемте сюда. А если время передвинуть? Нет? Нет, все, он перестал что-то говорить. Ладно. Ладно, пошли к нему. Суть в том, в чем... Так, игра уже началась, так что вас туда засунуть уже плохо, не получится. И еще, вам придется... Так, говорит, я знаю, что делать. Так, я попробую позвонить в отдел связи, хорошо? И потом мы отведем вас в фойе, хорошо? Вы только посидите тут посидите. Да, мы вас пристроим. Ладно, дайте мне только найти номер. Ладно. Звонок? Что такое? Ты мне звонишь? Кто-нибудь обязательно возьмет трубку, все хорошо, хорошо. Ой, они повесили трубку. Ладно. Окей, ладно, еще разок, простите, мне так жаль. Ладно, посмотрим. Ну ладно, я понял, что происходит. У нас тут вроде забастовки происходит. Да, мы потеряли несколько кадров. Кстати, вы не могли бы... Не против... Так, в общем, меня опять куда-то зовет. Могли бы так помочь мне немножко тут. Погоди. Но если вы хотите тут подождать, то я дам вам знать, когда мы подготовимся. Что написано? Organic House Coffee. Просто знаете, зачем выпускать такую возможность, верно? БРБ, скоро вернусь.
Be right back переводится. Сюда пускают мало кого из игроков. А что за фишечка? О, я фишечку какую-то подобрал. Так, что тут еще есть? Реально забастовка какая-то. Очень много интересных картинок, но их переводить замучаешься. Что это такое? О, какая рожа прикольная, смотри. Not enough Dota. Ему Dota не хватает, прикинь. Public and Liaison. Так, ну, а может быть назад пойдем? О, смотри, что здесь написано. Сипариш 22-13-08. Что это значит? Закрыли, прикинь, меня закрыли. Ладно, ладно, пошли дальше. А я могу позвонить кому-то? Нет. Кассеты тоже нет. Окей, ладно, пошли. Так, что это такое? Loading screens and waiting. Что? Просто как назло, весь наш погодный отдел так ушел за забастовку, так взяли да ушли этим утром. А это все просто в основном кнопки. Вам нравятся кнопки, да? А потом вы сможете поиграть в игру. Сразу как только закончит, другой человек, обещаю. Вы поможете? О, просто чудесно, окей, прошу вас. Ты прикинь, хочешь, чтобы я за них работу делал? Не волнуйся насчет забастовки, мы как-то переживем, говорит это. Воу. Ведь вы так себе сюрприз себе испортите. Какой сюрприз я себе испорчу? Погоди. Что он хочет этим сказать? Может быть, мне реально надо просто идти и делать, что он говорит? Или наоборот, идти и не делать, что он говорит? Garden or Ornamental Wolves... Так, Walkway Entrance. О, нет. Там будет игра. Это не метла. Что такое? High Concept... Концепт. О, не-не-не, это отдел смешных операций, нам не туда. Да что ж такое-то? Бэкстейдж. Файр. Блин, я даже сломать не могу эту штуку, чтобы зажечь тут все. Ладно, пошли дальше. Вот так, первым делом, вы не могли бы включить свет? Большое спасибо, а то, знаете, в темноте людям играть как-то не пристало. А то еще споткнуться. Так и помереть можно. Видите этот рубильник? Он управляет закатом. У нас еще есть такие отражения в озере. Выглядит чудесно. И что, его дернуть надо? Вы бы не могли дернуть рубильник? Так, ну-ка давай посмотрим по проводам. Надо дернуть рубильник. Нам правда нельзя оставлять игрока в темноте. О, здесь еще какой-то рубильник. Вы как бы... Вы же знаете, как повернуть рубильник. Ну же, ведь вы же это делали раньше. Просто возьмите, положите на него руку и потом как бы потяните вверх. Но погоди, погоди, у тебя тут много чего интересного есть. О, я нашел рубильник другой. А, вы даже не знаете, что такое стороннее вмешательство, да? То есть вы в принципе так. Мне нужно, чтобы вы дернули рубильник освещения. Большой такой. Погоди, а что я такое дернул? Secondary Interruptive какой-то я дернул. Какие-то лази... О, может этот еще рубильник надо дернуть? Погоди, он там еще был. Вы не могли бы не делать этого, пожалуйста. Там какая-то музыка играет. Как кассеты слушать, а? Не, а я пойду делать вот назло, давай, лазер. Отдел освещения почти весь вечер на это убил. Им было бы очень неприятно, если бы они тут, ну... И чё? Видимо, мне все-таки придется рубильник дернуть, да? Тут я вас пустить не могу, вы долго объяснять. Просто много-много, говорит, полочек. Да наверняка где-то еще рубильничек есть, да, которого я не заметил. Прям так хочется в чат посмотреть, но там наверняка спойлеров миллиард. Ладно, давай дернем. Вот так-то. Маленькие огоньки мерцают в окнах помех. Так, отражаюсь в декоративном пруду. Окей, так, теперь надо спуститься к игроку. Так, это игра про ограбление. Игрок должен кое-что и украсть. Не хочу вам ничего портить, но тигр играет тут очень важную роль. Он есть в названии. Хорошо. В отдел дикой природы. Вот в эту дверь. Хорошо, давайте будем делать так, как он говорит. Ладно, здесь все, это бесполезно. Обычно у нас этим занимается так...
Просто поверните рычаг и, скажем так, выпустите тигра на сцену, а рычаг... О, рычит. Нервно смеется. Лучше поверните этот рычаг. А где рычаг-то? А, кнопку что ли нажать? Тигры, они оказываются так. А где рычаг-то? Этот? О, не туда, не та дверь. Послушайте, в комнате есть куда более важная проблема. Так, в этой комнате настоящий тигр, настоящий. Он же от вас практически в 5 шагах. Не хочу, говорит, поднимать панику, но это же тигр, ладно. О, отлично, просто отлично. Так, там рядом должна быть красная кнопка. Она даст укротителям знак, что так, хорошо. Нажмите еще раз. О, хвала небесам, команда укротителей на подходе. Так, я уже испугался, о, как ты быстро говоришь-то, а? Я пытаюсь придумать, куда бы вас еще пристроить. Кажется, у вас никого не осталось на подмостках. Так? А, остались? О, прекрасно, вау, поверить не могу. Ну что ж, тогда... Дверь находится вон там. Погодный отдел. Ух, ненавижу эту комнату. Нелегко тут пришлось, знаете ли. Во время нашего второго представления тут лопнула труба и затопила весь уровень в саду. Пришлось снимать игрока с крыши беседки. Так, ну ладно, по сценарию у нас начинается гроза. Сделаем дождь. Поверните красный вентиль у двери. Это же красный вентиль, да? Не, многовато. Окей, пойдет. Под вентилятором есть кнопка, которая включает гром и молнию. Где? Молнию вижу. Ой, наверное, что-то замкнуло. Как жаль, здесь довольно сыро. Вообще, думаю, что... Ой, куда безопасный был рычаг? О, нет, вот оно, сработало. Представьте, как все здание озарилось большими вспышками молнии. Весьма внушительно. Сцена, оргия. О, кстати, говорят, оргии. По всей видимости, игрок проникся в особняк через оранжерею, и он собирается использовать лифт. Ладно, все в порядке. Мы можем это устроить. Вот сюда. Эй, хотя постойте-ка секундочку, это очень важно. За этой дверью игрок пройдет в максимальной близости от кулис. Он будет прямо сейчас так. Я не знаю, так. Нам надо вести себя очень тихо, понятно? Спускайтесь по лестнице. Да, вот так. Там находится особняк. Игрок может пройти сюда гораздо быстрее, но немного прихрамывает. И я не спец по кнопкам, но у меня стороннее вмешательство. Так или иначе, теперь нам нужно сделать вот что. Игрок подойдет по коридору и вызовет лифт. Когда откроется дверь, он войдет внутрь и нажмет кнопку вниз. А когда это произойдет, вам нужно будет дернуть рычаг вон с этой стороны. Лифт, разумеется, просто пережиток репетиции, который никогда не досужился убрать. Так, к тому же это все нормально. У нас еще полно времени, и вообще, о нет, стоп, он идет. Равнение вперед, вперед. Что делать-то? Ждем. Рычаг дернуть. Приготовьтесь. Что он там делает? Почему он не нажал кнопку? Он нас услышал? Не двигайтесь. Сейчас. Ох, слава богу. Ну, поехали. О, не знаю, что там произошло, но, в общем, он не мог нас услышать, надеюсь. Скорее всего, не мог. Ну что ж, по крайней мере. В общем-то, ему еще придет... Так, может потихоньку готовиться к игре? Нам только надо подготовить пиротехнику для сцены побега. А потом можете идти. Ну, вверх по лестнице, там есть лифт, да, отдел пиротехники. Это куда? Туда? А, пиротехника. О, хранилище ключей. Может, мы пойдем? Смотри, здесь какие-то ключи, 180, так. Какие-то пин-коды. Вы боитесь лифтов? Это нормально, я понимаю. Слушай, такое ощущение получается, что это, в общем, неплохой лифт, правда, отличный лифт. Да ладно, не уговаривай меня. Я так понимаю, это как бы подноготная всех игр. То есть кто-то играет в игру, да, а ну игра же сама по себе не играется. То есть как-то вот... Оу. Прикольно, кстати, выглядит. Вот, а вокруг все эти лемминги бегают и... О, черт, побери меня.
О, бог, вы мой, вы целы? Все лодыжки на месте? Они в правильном положении. Окей, так, все, все хорошо. Не, правда же. Ладно. Погодный отдел попал опять. Раз мы не можем воспользоваться лифтом, остался единственный вариант. Пройти через отдел сверхконцептуальных смежных операций. Я не хотел туда вести. Обычно для этого проводят много тренировок, но я буду с вами на связи, все будет хорошо. Все будет в порядке, мужайтесь. Добро пожаловать в отдел смешанных операций. Это отдел, который управляет... ну, много чем управляет. Закрытие, открытие двери, освещение, домовые машины, звонки, суфлеры, лазеры, охрана, хранилище, усыпляющие дротики. Ну, в общем, всякое такое. Но все это делается по числам уж так. Так, в общем, оператор там должен быть и так далее и тому подобное. Проще говоря, обычно они знают, что делают. У меня тут есть инструкция, так что мы справимся. Итак, прежде всего, начнем с того, что вам нужно нажать циферку 4. Ох, и не волнуйтесь, все нормально, думаю, все в порядке. Да, не думаю, что это огонек, значит что-то плохое, а какой огонек? Так, 5, 7, 2, 1... 3... Повтори, пожалуйста. Музыка такая прикольненькая играет. О! Так, ладно, то, что мы тут сделали, оказывается, совсем не то. Вы бы не могли бы нажать 9, потом 4 и потом еще единицу. Ох! Ох ты! О, кажется, мы... О, мы все перезапустили. Это нормально, в инструкции об этом написано. О, мне кажется, вам лучше ответить. Что? Что вы только что... Это был, может быть, важный звонок. Что? Ну, зачем вы это? А, плевать, я нашел нужную инструкцию. Нажмите 9. Ладно, давайте просто... С 9 разобрались. А? 5, 2, 1, 4, 4. Стойте, нет. Нажмите звездочку, чтобы отменить это... 6. А, не обращайте внимания, все нормально. 7, 2... Что значит налево? 1, 4, 2. Пожалуйста, возьмите трубку. О, да ладно, опять. Что за жесть? А вы что, не знаете, как пользоваться телефоном? Ладно, вернемся к панели. Нажмите 4 цифры. 2, 5, 9. Ой, ой, я забыл про 9. Ой, это звук, на который я, кажется, просил не обращать внимания. Оказывается, это очень плохой сигнал. Так что я вас прошу. Разверните на 180 градусов и спуститесь по лестнице вниз. Пожалуйста. Пожалуйста, немного... Так, вперед. Правда, так, так. Опять вверх по лестнице, хорошо. Чуть-чуть бы быстрее, пожалуйста. Немножко так, немножко быстрее. Ну же, вперед. Так, я опять здесь. Ладно, спокойно, не волнуйтесь. Хотя немножко можно. Нажмите 7, 4, затем звездочку. Под нами что, пожар сейчас? О, там что-то горит. Ой, правда, я не думаю, что здесь вообще что-то должно гореть. Прошу, только не делайте то, о чем я подумал. Пожалуйста, не делайте. Просто поднимите трубку и положите к уху. Нет, вы сделали это. Что я просил вас не делать? Ну зачем вы это сделали, а зачем? Постойте-ка. Мы все еще можем все исправить. Можем. Мне нужно, чтобы вы нашли синюю панель с надписью Downpour. Так, вон она. Она не горит, так? Я нашел способ, как активировать рычаг безопасности слева от клавиш. Ой, нет, стоп. Справа от клавиш. О, справа, слева, не слева. Ну да что ж такое-то, как загорится панель? Я хочу, чтобы вы дернули рычаг. Тогда как загорится, не раньше. С минуту на минуту, а где рычаг-то? Как рычаг-то дергать, ребят? А! Сейчас? А, во! Давай! Ура! Мы все сделали? По-моему, все. Игрок покинул поместье. Думаю, у нас получилось. Только не знаю, почему до сих пор идет дождь, но... Эй, спускайтесь по лестнице.
Жесть вообще. Что я только что творил? Ведь больше делать нечего. Вам так. Может, наконец обойдется? Так, ты справился, сестренка? Справилась, сестренка? Что, я девчонка, оказывается? Огромное спасибо, ты очень помогла. Без тебя мы бы тут не справились. Вот правда. Сюда. Итак, мы снова здесь, так что... Вот как мы поступим. Ты зайдешь туда, подождешь немного, я зажгу свет и... Доктор Лангесков, тигр страшный, проклятый изумруд. Наслаждайся. Ой, только не говори, что у тебя... Что? Большое спасибо. Поджилки трясутся, да? Открытое достижение. Begin the haste. И тут игра, наверное, закончится. Что? Еще один игрок? Да вы, должно быть... Я не могу еще раз такое повторить. Ладно, мне очень неловко. В общем, дело в том... Постойте-ка, вы куда пошли? Ладно, так, смотрите. Мне надо вам рассказать. Хорошо, это осветительное. Вам нужно дернуть... Ну ладно, это... А, делайте-ка... Нет, погодите, это же... Там же тигр! Там же тигр, это... О, нет, 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 не надо... Не нажимайте, стоп, нет, нет, о! О, боже. У. У меня черный экран. Все, да? Что ж, это был врыв непонятного веяния разработчиков этой игры прямо нам в голову. Вот так, пух, и ворвалось. Никто ничего не понял. Здесь творилась какая-то жесть. Но, в общем, единственное, что я потом вот сейчас посмотрел, в этой игре всего лишь одна вот эта концовка, других нету. Ну, что вы хотите, это бесплатная игра. Вот, здесь есть какие-то ачивочки, там можно монетки собирать, какие-то крендельки, швабры потрогать, которые, помните, я швабру трогал, он мне сказал, о, это швабра. Там что-то включить, все лампочки, ну, где-то там минут несколько постоять, ну, как обычно, знаете, такие ачивки есть. Вот, ну, а, собственно, вот на этом-то и все. То есть, я не знаю, для чего была эта сделана игра. Что показать хотели разработчики, возможно, это какая-то глубинная художественная мысль заложена, но я слишком... Я вырос в рабочей семье, как говорится, знаете, и для меня непонятно. Пишите свои объяснения, пояснения и мысли по поводу этой игры в комментариях. А с вами был Виктор, канал Видеок. Плей лайк, ставьте, подписывайтесь, комментируйте, не забывайте делиться с друзьями. Заходите в описание, смотрите там ссылочку на плейлист чего-нибудь. Наверное, все-таки обзорчиков и прочей ереси. Нет, это будет взрыв мозга 100%. Вот. Ну и до встречи в следующих видео. Пока.